Смотрите, как низко летают самолеты. Мне знаете, что нравится? Когда я вечером сижу на балконе или на кухне, у меня дома вот так вот летят самолеты прям низко-низко. Это вообще прикольно. Всем привет! Это очередной влог из Польши. Яська, поздоровайся еще раз. Привет. Сегодня у нас, представляете, выпал снег ночью. Видите, это опять мусорка вот стоит. Эта мусорка нужна для того, чтобы сюда скидывали строительный мусор. Потому что в общей мусорке нельзя, чтобы был строительный мусор, всякая мебель. Потому что в Польше сортируют мусор. Забота об экологии. Сейчас мы в магазине Deals. Это типа, короче, нашего фикс-прайса что-то. Тут все есть. Цены вот примерно на посуду. Ну, тут есть магазин, где все продукты из Америки, Германии, и они по дешевым ценам. Один злотый 20 рублей. Тут все есть и все дешево стоит в этом магазине. И сейчас мы зашли рядом в магазин Пепко. Яся ходит, ищет себе забавки. Это тоже, кстати, что-то наподобие фикс прайса, но чуть подороже. И тут все есть. И для дома, и одежда. Все есть вообще. Огромный магазин. Цены на игрушки. Вот мы и выбрали игрушку. Да, что у мамы не выпросишь. Теперь идем на кассу покупать это все. Смотрите, какие прикольные штуки для детей. Лампочки, все. И для дома все. Посуда, одежда, все есть. Это, в общем, такая, как знаете, Арбат в Москве, Арбат в Челябинске, вот такая вот улица, где нельзя ездить машинам. Ну как, можно ездить, они ездят иногда, но тут, в принципе, пешеходная такая. А мы сейчас пойдем вон в тот торговый центр, мне нужно еще зайти в парочку магазинов с Ясей. Вот, кстати, Aldi, это немецкая сеть магазинов, там из Германии всякие продукты, польские продукты. Из Германии. Ясь. Я видела картинку, что надо делать, да? Угу. Это Макдональдс здесь такой. Здесь, кстати, очень дешево стоят игрушки из Макдональдса. Вообще прям дешево. Пошли скорей. Вот, мы сейчас идем вот в этот торговый центр, и там я тоже покажу пару магазинов. Вот, мы пришли в торговый центр, тут магазин Росман, в котором у нас продается всякая косметика, бытовая химия. А смотрите, как сверху прикольно сделали. Так Рождеству все украшали. Красиво, да?
короче, купили все, что необходимо. Целый пакет. И сейчас идем домой. Это, кстати, вот такие вот ярмарки тут происходят очень часто. Можно подойти, попробовать. И если понравилось, купить аккуратно. Ну все, мы выходим, идем в сторону дома. Яся тут нашла автомат у нас. Залезает. Мы зашли погреться, потому что все равно мне тяжело. И мне еще, оказывается, что-то нужно. Яся у нас вот играет в полицию. И сейчас мы пойдем уже домой. Потому что пора. Сегодня очень солнечная погода. Все прям сияет. Вся улица, солнце так и бьет в глаза. В Польше сейчас 2 часа дня. Люди пообедали, люди проснулись, сделали домашние хлопоты и выходят на улицу с семьями. Мне знаете, что тут нравится? Тут каждую субботу и воскресенье можно встретить очень много семей, которые гуляют просто так, пешком. Гуляют по городу и сидят, разговаривают, играют где-то. Можно встретить пап с детьми, которые на площадке. Это вообще очень здорово. Яся? А Яся все со своим динозавром. Говорит, ей тяжело. Но отдавать не хочет. Сейчас приду домой, я вам покажу, что мы купили, какую игрушку в Польше и сколько эта игрушка нам обошлась. Вот. Нет, опять я вам не покажу, какая у меня игрушка. Вот. А я накупила, смотрите, какой огромный пакет просто. Огромный пакет продуктов. И сейчас иду домой, потому что рука отсыхает. Сейчас у меня начинается опять учеба. Да, я учусь в Польше. Здесь по ученической визе. И вот с февраля у меня начинается учеба со второй недели. И плюс я еще буду работать. Так что... пока что 3 раза в неделю, а 7 февраля 2 раза в неделю мои видео будут выходить. Да, такие магазины тут везде можно встретить. Это тут популярно. О, мы с Ясей сегодня находились по магазинам, потому что завтра... в воскресенье, и магазины будут многие закрыты, останутся лишь часть магазинов, которые будут открыты. Это Жабка, Лидл, вот такие вот магазины, которые почту еще выдают. И поэтому мы, кстати, все, кто хочет приехать в Польшу, посмотрите вот это вот здание, оно называется контор, и вот эти вот контор там обменивают деньги. Типа приезжаешь с рублями, с долларами, приходишь вот в это заведение и меняешь деньги на польские. Вот по пути домой мы нашли снежочек на нашей любимой площади. Мы нашли снежочек. Да, есть? Тебе нравится снег? Я снеговик. Тебе нравится снег? Да. Да, снег в Польше это хорошо, да? Немножко чувствуем зиму. Я да? очень люблю зиму и делаю снеговика вот такого. А мы все топаем, топаем домой. Так долго, да? Ну. Мне все написали то, что Каролина, как же у вас дорого, насколько у вас там дорого. Ребят, тут недорого, я же сказала, цены на продукты тут намного ниже, чем... в России. Ну, не намного, но пониже, чем в России. Вот. Цены пониже, чем в России, поэтому жить здесь более комфортно.
одежда стоит дешевле, там шампуни, вот это вот всякая всячина стоит намного дешевле. Я же говорила, у кого какие потребности, тот столько и тратит. Все логично как бы. Насчет марихуаны многие спрашивали, то что здесь много магазинов, которые лечат марихуану. Ой, много магазинов, в которых продается марихуана. Типа, реально ли здесь это купить? Да, купить реально, но она здесь не крепкая, она медицинская. Ее прописывают врачи. О. Ее прописывают врачи, эту марихуану, и она медицинская полностью, она не крепкая, и ничего страшного в этом нет. По поводу магазинов. Да, магазины здесь называются склепы. Здесь очень популярны, кстати, ломбарды. Тут они прям на каждом шагу ломбарды, золото, скуп техники. Вот видите, популярны прям очень вот скуп. И очень популярно лото. Люди здесь прям играют в лото, у них лотереи постоянные. Вот. Да, тут это очень-очень популярно. Цены на обувь натуральные, кожаные. Рука отмерзает, так что сейчас мы придем домой и снимем еще парочку видео, где распакуем нашу игрушку и покажем, расскажем про нее все. Вот мы пришли домой, распаковываем нашу игрушку. Ясь, доставай. Ну-ка, и как она работает у нас? Эта игрушка обошлась нам в 200 рублей. 10 злотых. Ясь, дай коробку, пожалуйста. На каждой игрушке, вот посмотрите, на каждой игрушке пишут цену в евро. Эта игрушка стоит 2 евро. У нас она стоит 10 злотых, 2 евро. Ясе очень нравится. Яся в восторге от игрушки. Ну а мы будем заканчивать это видео. Ясь, помаши, пока-пока. Всем пока. Всем пока. До новых встреч, ребят. Пока-пока.